Здравствуйте, уважаемый зритель! Вас приветствует Угольников Сергей, автор канала YouTube Мастер. При создании видео для YouTube может возникнуть ситуация, когда вам потребуется профессиональная озвучка. Это может быть потребуется по разным причинам. И в этом видео я покажу вам несколько сервисов, где вы можете заказать профессиональную озвучку видео. И на примере одного из них я покажу пошагово, как это можно сделать. Вы можете поискать данные сервисы в поисковике Яндекс или Google по фразам «профессиональная озвучка», «база дикторов», «база дикторских голосов» и так далее. Я в этом видео покажу вам 5 сервисов для профессиональной озвучки. И первый сервис, мы видим главную страницу данного сервиса, «деловой звук, озвучка и видео для вашего бизнеса». Вот здесь представлена база голосов для озвучки, 972 голоса. Тут вот есть готовые подборки, известные мужские, женские, детские, пародисты, вокалисты, русские, английские, топовые, срочные, основные языки мира. Вот такой сервис. Второй сервис – это вот продакшн-студия звукозаписи. Здесь представлена тоже база дикторских голосов, мужские, женские, детские, вокалисты и иностранные. Вот здесь мы видим диктора, цена и характеристики голоса. Можно здесь прослушать образец и заказать. Следующий сервис «Радиоголос.ру». Здесь тоже можно заказать озвучку видео и не только. Четвертый сервис «Дикторов.нет». Дикторы есть. Здесь также вы можете заказать озвучку, рассчитать цену, сколько будет. Как правило, цена зависит от количества текста, которые нужно озвучить. И пятый сервис recme.com, профессиональные голоса для ваших проектов. Этим вот сервисом я уже пользовался, и на примере его я покажу вам, как можно заказать озвучку для вашего видео. Пример озвучки вы можете вот посмотреть в видео, как правильно кормить хаски. Ссылку на видео вы найдете в описании под данным роликом. В описании также я размещу ссылки на все сервисы, которые я в нем рассмотрел. Итак, что необходимо сделать, чтобы заказать озвучку? Ну, во-первых, вы можете еще не регистрируясь на данном сервисе, посмотреть примеры голосов. Вот, дикторские голоса здесь есть. Также вот они разбиты на категории: мужские голоса, женские голоса, детские голоса, иностранные языки. Вот мужские разбиты на подкатегории: брутальный голос, возрастной голос, классический голос, клубный голос, молодежный голос, низкий голос, энергичный голос, мультяшный голос. Вот представлены дикторы. Здесь имя, фамилия, когда находится в студии, когда его можно, он может быть, когда он может быть у микрофона. Здесь можно прослушать демо-запись голоса. Здесь есть рейтинг, количество оценок и цена минимальная на озвучку и срок работы. Для того, чтобы использовать сервис, необходимо пройти процедуру регистрации. Нажимаем «Зарегистрироваться». Появляется форма. Здесь как бы два вида регистрации доступны: как клиент и как диктор. Мы регистрируемся как клиент. Здесь нужно ввести логин, пароль, e-mail и имя, мобильный телефон. И вот здесь вот еще справа размещено такое замечание, что категорически запрещается использовать на сайте настоящую фамилию или ваш творческий псевдоним, указанный на других ресурсах. Раздавать свои контактные данные заказчику, указывать их в тегах файла, описании и так далее. В ином случае аккаунт будет незамедлительно удален с сайта. Но это сделано, видимо, для того, чтобы исполнители не связывались с вами, не могли связаться с вами напрямую, а только через сайт. Итак, вы регистрируетесь. После регистрации у вас появится
свой личный кабинет, в котором будут отображаться все заказы. И для того, чтобы сделать заказ, вам сначала нужно будет необходимо пополнить баланс вашего аккаунта на некоторую сумму. Вот я уже вошел под своей учетной записью на сайт. Здесь показана ссылка «Мой кабинет». Вот сколько у меня денег на счету в верхнем правом углу. И вот есть кнопочка «Пополнить счет». Давайте пополним счет сначала. Выбираем. Так, я хочу пополнить счет на 1000 рублей. Выбираю 1000. Нажимаю кнопочку «Оплатить». Мне нужно нажать кнопочку «Оплатить покупку». Здесь мне на следующем шаге предлагают выбрать способ оплаты. Вот здесь много различных способов. Это единый кошелек, карты России и СНГ, Сбербанк онлайн, Альфа-клик, Яндекс.Деньги, Киви, Евросеть, Связной. Как видите, много. Выбираем нужный вариант. Я, например, хочу оплатить картой. Здесь нужно ввести, естественно, ваши реквизиты вашей карты. Далее ввести электронную почту, куда будет прислано сообщение о прохождении платежа. И оплатить необходимую сумму. Итак, я пополнил счет. Теперь я могу заказать озвучку. Я захожу в мой кабинет. Вот здесь уже у меня есть информация о заказах, которые я делал ранее. Я могу делать заказ тому же диктору, который озвучивал мне предыдущий ролик о том, как кормить хаски, либо выбрать другого диктора. Вот, например, здесь вот я попробую заказать тому же диктору, которому я заказывал. Нажимаю кнопочку «Заказать голос». Если вы выбираете какого-то вот диктора из базы, вот здесь вот кнопочка есть «Заказать голос». Нажимаю. И здесь нужно ввести название заказа, текст заказа и комментарий. Вот я уже подготовил текст. Добавляю название «Хаски прививки». Копирую текст для заказа, который необходимо озвучить. И добавляю еще свой комментарий. На YouTube канале Хаски Москва. Здесь можно еще подгружать файл, хронометраж, тип начитки. Можно выбрать здесь рекламный текст, политический текст, дубляж видео, рекламный текст у меня. И вот посчиталось. Стоимость заказа в зависимости от хронометража, то есть от количества текста, который вы передаете. Вот стоимость заказа посчиталась 900 рублей. У меня сейчас как раз на счету сумма, которая достаточная. И я нажимаю кнопочку «Отправить заказ». Все, заказ отправлен. Ждем, когда он будет выполнен. И я смогу скачать аудиодорожку со своим выполненным заказом. Он будет в моем кабинете в заказах. Вот. Сейчас статус находится в ожидании. После того, как он будет выполнен, появится вот ссылочка «Скачать». И вы скачиваете файл, аудиофайл, файл в формате MP3. Все. Итак, прошло примерно минут 50. Мне пришло на почту сообщение, что заказ выполнен, и можно его посмотреть. Я нажимаю на ссылку, хожу, здесь вот видим детали заказа, здесь вот есть кнопочка «Скачать заказ», я нажимаю, у меня загружается файл в формате MP3, вот, а теперь в моем кабинете появился новый выполненный заказ «Хаски прививки» Алексея Бакумова, 900 рублей, выполнен. Здесь есть ссылка на скачивание файла «Хаски прививки» в формате не MP3, а WAV. Здесь вот детали заказа можно посмотреть. И здесь вы можете также написать свой отзыв. Фрагмент аудио я приложу сейчас при монтаже видео, чтобы послушали, что получилось. Хаски. Прививки – залог здоровья питомцев.
Своевременная вакцинация щенков хаски способна дать надежную защиту от опаснейших инфекций. Все у нас сделано. Теперь вам остается только подготовить видео, соединить видео и аудио в каком-то видеоредакторе и загрузить готовое видео вам на YouTube-канал. Вот такая вот полезная информация. Подписывайтесь на мой канал YouTube Master, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Делитесь данным видео со своими друзьями в социальных сетях. Свои вопросы, предложения, пожелания пишите в комментариях к данному видео. Спасибо за внимание. С вами был Угольников Сергей, автор канала YouTube Master.